Amigos, всем доброго времени суток. Снова я, Юра Корнак. Я опять на Эбро, в части Фангар. Сегодня план следующий. Здесь большое мелководье. Я в поисках Сибаса, может быть, Дорады. И со мной плот, он, скорее всего, как база, чтобы держать ее на ремне, рядом с собой, на веревке. И иметь дополнительный спиннинг, подсачник, видеоаппаратуру, мои воблеры и прочие приманки. Здесь достаточно мелко. Я первый раз здесь. Говорят, здесь есть Сибас. Посмотрим. Как всегда, погода слишком идеальная. Ни малейшего дуновения ветерка. Конец октября. Погода шепчет. Совсем тепло. В общем, если будут какие-то ямы и будет глубина, значит, буду у меня с собой ласты. Я готов сесть на плот и перейти на глубину. Всем мира и добра, приятного просмотра. С вас ваш царский лайк, подписка и всем хорошего клева. Погнали! Ребята, у меня с собой сегодня Сиана. Достаточно тяжелым тестом и ультралайт мавлёс китайский. Я ожидаю, что здесь прямо будет глубина очень мелкая, но это, наверное, тут у берега вот так вот. Сдается мне, что дальше буду ходить чуть ли не по щиколотку. Ну, в общем, погода шепчет. Пойдем половим. Такую веревку я привяжу себе плотик. Будет глубоко, достану ласты, сяду в плотик. То есть вот так вот. На самом деле, думаю, прямо сейчас надо начать кидать. Ребят, пытаюсь тестить вот такой D1. Это с AliExpress хвалебный Walker. Копия, по-моему, Whiplash какой-то. В общем, сейчас мне в голову не приходит это название, но уж больно хваленый он и дешевый. Евро 5-6 стоит. Пока себя никак не зарекомендовал. Единственное, вижу, как вот тяжело его на скрепку ставить, вот тяжело подобраться туда. Кидаю я своей сианой. Честно вам скажу, что слишком жесткий тест 7 на 35 грамм в этих условиях такой не нужен. Я бы, честно говоря, до 15 грамм вообще бы легко бы справился, ну максимум до 25. В общем, смотрим дальше. Полетное качество так себе, но летит. Вот игра прикольная у него. Конечно, на камеру это не видно. Но если будет поклевка, я приближу. Играет прямо, булькает. Булькает до возбуждения. Это на поппер похоже даже немножечко. Так, поверхностные приманочки. Попробовал две штучки. Очень много травы, ребят, поэтому как-то неэффективно делаются проводки. Поставил вот такую копию Сакамуры от марки Continental, по-моему, AliExpress. Вода мутная, поставил поэтому беленький цвет, чтобы был заметный. Вот, пробуем дальше. Ребят, погрызенный у меня Black Minnow, но вот единственное пока что выстрелило. Сейчас будем пробовать еще.
была поклевка. Ребятки, поклевочка была. Сработал Black Minnow. Сработал Black Minnow на Сиану. Очень долго не было поклевок. Вот первая. Так, давайте не будем спешить. Подсечник у меня далеко. Подсечник у меня далеко. И пока не вижу, кто это. Сдается мне это сибасик. Так. О, красавчик. Ну что, ребята, с почином Black Minnow вышел. Так. О. О, какой экземплярчик. А? Вот так вот на Black Minnow, ребята. Хороший сибасик. Так. Давайте-ка тебя положим. Ну что, ребята. Мой на сегодня первый сибасик. Иди сюда. На сегодня первый сибасик. Взял на Black Minnow. Как бы вам его показать-то? Вот. Black Minnow цвета хаки. Ловлю на небольшой глубине. Сибасик такой, наверное, на килошку чуть-чуть поменьше. Все. Смотрим дальше. В общем, ребят, пока у меня только один сибасик. Я все хожу пешочком тут. Так, не больше метра. Везде есть активность. Но это, я так понимаю, просто кефаль резвится. И, может быть, ее кто-нибудь и гоняет. Но у меня пока не клюет. Вот дошел до таких специальных укрытий для охоты на уток. Туда забирается чувачок, я так понимаю, раздвигает вот эти вот камыши и палит по уточкам. Надеюсь, не по фламинго. Ребята, очередная уточная ферма. Полный штиль вообще. Полный штиль. Красота неописуемая. Ребят, вы видите, шнуры вот эти вот висят. Это выращивают таким образом устрицы и мидии. Я вижу в данном случае это устрицы. Потому что мидии обычно защищают сеткой вокруг, обносят. Потому что на мидию достаточно легко разгрызает дорадо. А вот устрицы, конечно, уже им не по зубам. Вот. Так что здесь прямо рядом со мной Клондайк с устрицами. Так. Парни, сменил я тактику. Доело мне ловить сибасов.
Потому что они не особо клюют сегодня. На такой хорошей погоде ничего не клюет. И решил отправиться. Я уже сел на плот. Как всегда у меня червяки Беркли. И вот такие вот ласкирики. Карасики, облады здесь называются. Это такие полные полоски. Это сарго называется. Ну все, вали, чувак. Зато весело. Так. Это кто у нас тут такой? Ласкирь. Без рыбий, рак, рыба. Ласкирик. Ребята, прикольно, смотрите, поймал маленькую ставриду. Господи. По месту называется хурель. Иди. Ну, ребят, смотрите, чуть-чуть побольше ласкирик. Я, наверное, сейчас чуть-чуть поднялся ветерочек. Видите, ставрида клюнула. Может быть, конечно, будет какую-то активность. Ух, ну что, такие уже бодрые начали клевать, толстенькие. Таких уже можно жарить. Отдай, тебя не буду жарить. О, ребята, все, ушел. Еще один слоненок. Чувак, я таких как ты не ем. О, шел.